Перемещаемся в студию, в которой у нас уже есть замечательные гости. Здрасте, я очень рад вас видеть. У нас в гостях коллектив «Джаз Вятка Биг Бенд». Правильно называю? Все так. 18 апреля у этого коллектива, большого коллектива, состоится концерт, посвященный весне. Что будет в этом концерте? Почему нужно бросить все вещи, бросить все дела и бежать на это выступление? Ну, пусть не пугает людей слово «джаз». Мы будем играть все. Там будет не только джаз. То есть там есть латино, там есть такие расхожие какие-то около роковые вещи. Вот. Поэтому совсем не обязательно нацеливаться только на джаз. А что вообще означает термин «биг бенд»? Биг бенд – это большой оркестр, если так говорить. Большая банда. Да, большая банда. В вашем биг бенде сколько человек? 17. Это традиционный состав биг бенда. 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона. Да. И ритм-секция. Сколько лет уже существует вот этот биг бенд ваш? Вот именно этот состав существует совсем немного. Ну, второй год, полтора года. Да, двух лет еще нет. Он неизменный. Или бывают какие-то ротации, трансферный нет, рынок? Нет, кровавых каких-то там ампутаций не происходит. Пока у нас только добавляются люди. Очень много. А хотелось бы узнать подковерную жизнь вятского джаза. Там кровавые ампутации, подковерные интриги. Нет, пока все обходится вот так, малой кровью. А мы возвращаемся в студию. Дашка, ты много поешь. Сложно петь джаз? Нет, петь не сложно, особенно когда ты этим занимался какое-то время, потому что я также закончила колледж искусств наш Кировский, Казенина. А за какие заслуги вообще взяли его в коллектив? Я ни на минутку не сомневался, когда услышал ее первый раз. Она просто очень хорошо поет, она прекрасно держится на сцене. Она прекрасно, значит, свингует. И у нас, помимо Даши, очень много девчонок. Я на этом понимаю. Концерте их будет 6 девушек. Вы отвечаете за клавиши, правильно понимаю? Ритм-секция, ну, может быть. Без вас, вот, вы возьмете, вы не выйдете на сцену 18 числа? Развалится, ничего, все, нет, все выступление? Не особенно. Развалится, но дыры будут. Вот. То есть вы сможете управлять этой шестеренкой даже при отсутствии одного из зубчиков? Ну, в данном случае, да. А если вы не выйдете, то все? Это не важно. Ну, нет, вы знаете, немного легче будет. Смотреть не надо будет. Не хмурит брови. Бас и барабанщик, вот если они запьют, то все. Но они не пьющие, так что нормально. Да. А, вот как выбираются басист и барабанщик. Да. Главное, чтобы справка от нарколога. Самое главное, я не пью, поэтому я буду. Не только 18 апреля у вас концерт, еще 27-го будет еще мероприятие. В колледже будет проходить конкурс фестиваля джазовой музыки. Председателем жюри приедет Михаил Митропольский, обозреватель портала jazz.ru. Он 27-го апреля, 5 часов вечера, проведет лекцию, концерт на тему биг-бенды, эпоха биг-бендов, эпоха свинга, эпоха больших оркестров. И иллюстрировать эту лекцию будет джаз-вятка биг-бенд. Jupiter and Mars, in other worlds, hold my hand. In other worlds, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me see forevermore. You are all alone for every hardship, every door. In other worlds, please be true. In other words, I love you. Для вас пели и играли малая часть коллектива «Джаз Вятка Биг Бенд». А полный состав вы можете увидеть 18 апреля в ДК «Родина». Обязательно сходите, не пожалеете. Fill my heart with song and let me see forevermore.
worship at the door. And now the world's